Деревянные тренажеры для детей, детская одежда с принтом из северных сказок, экологически безопасный декор для дачи и городского пространства. Вот лишь несколько идей молодых и начинающих бизнесменов Архангельска. Накануне они презентовали свои проекты перед опытными инвесторами. Подробности у Михаила Меньшенина. Идея детского тренажера в виде складной деревянной лестницы венгерского врача-педиатра Эми Пиклер уже несколько десятков лет. Но в Архангельске ими пока не пользуются. Так считает участница программы «Ты предприниматель» Карина Граевских. За полтора месяца девушка прошла путь от простой мечты к полностью проработанному проекту, который и представила на суд жюри инвесторов. Наша основная идея – это детские развивающие тренажеры, которые могли бы использоваться в формате малогабаритных квартир, то есть где нет, например, возможности установить шведскую стенку большую. Но ребенок хочет физически развиваться, и это достаточно крутая штука. Программа «Ты предприниматель» – это мини-университет. После множества лекций и занятий участники 10-го набора должны самостоятельно проработать и представить итоговый проект. На вопросы жюри пришлось ответить и Артему Зимцовскому. Он и его команда озадачились злободневной проблемой экологии и придумали превращать отходы лесопиления в яркий элемент городского дизайна – цветную щепу. В общей сложности в интернете мы насчитали около 3 компаний, которые крупно занимаются данным продуктом. А вы хотите стать 4-й? Да, мы хотим заниматься это именно в Архангельске, потому что очень много у нас древесины, ну, север, и очень много слышали, что есть проблемы именно с отходами древесными. Допустим, с теми же тополями или, допустим, кустарниками, срубленными деревьями. По итогам предзащиты, а до нее добрались почти 40 участников программы, экспертное жюри выберет лучшие проекты, которые будут представлены на итоговом конгрессе 13 декабря. Михаил Меньшенин, Наталья Пулина, Александр Кузнецов, Регион 29.